эмоциональный спад. Да, человек словно выхолощен. Много этому причин. Кто-то как раз в это время и начинает заканчивать с хоккеем. А вот и Потехин свою первую шайбу за Витязь забивает и сравнивает счет. Ничья 3-3. Ударное начало заключительного периода. И ничего не ясно в этом матче. Отметим мы второй результативный пас в континентальной хоккейной лиге Данила Моисеева.